съедят, но не покажут. А это мы с вами в теплицах. Знаменитая агрофирма «Поиск». Агрохолдинг. Агрохолдинг. Да. И вот эти вот томаты, они называются коралловые бусы. Коралловые. Смотрите, какие они шикарные, красивые. В принципе, их можно и надеть, как бусы. Есть-то их жалко, но... Честно говоря, вот я попробовал, очень вкусные. Тоже хочу коралловые бусы, поэтому, если увидите такой замечательный сорт, непременно попробуйте. Я думаю, он вам понравится. Спасибо за внимание. Как отработано? Чувствуете профессионально?